Как оградить молодежь от опасного контента в интернете? Минпечати совместно с Министерством связи и телекоммуникации республики, а также региональным отделением организации «Я помощник президента» подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в борьбе с распространением негативной информации в соцсетях. Согласно документу, все стороны будут работать над выявлением сайтов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма, наркомании и другие негативные темы. При наличии таких данных в свободном доступе сотрудники ведомств будут добиваться скорейшего закрытия таких интернет-ресурсов. На сегодняшний день мы будем взаимодействовать с Лигой безопасного интернета, с кибердружиной, то есть это своего рода мы будем получать уже от наших московских друзей, мы будем получать конкретный опыт, то есть как нужно действовать и как нужно работать с нелегальным контентом в сети интернета.